такой интересной историей с этим не связано, потому что когда я играл в Саратове, мне его сразу дал тренер, и как-то он мне запомнился, и я, приехав в Москву, стал играть только под ним. Всякая музыка, начиная от какого-то хип-хопа, заканчивая Моцартом, Бахом. Из последнего альбом Дрейка, альбом Канье Уэста, мне достаточно они понравились. Добавил несколько треков себе в плейлист и слушаю. Хорошая защита, Евсеев. Это всегда запоминается. Это случается редко, но это всегда запоминается. То есть какого-то определенного эпизода я не могу вспомнить, но эти слова запоминаются, и ты пытаешься сделать так, чтобы они повторялись. Запомнился очень сильно бросок Виктора Хряпы, который перевел игру в овертайм, и где ЦСКА успешно выиграл. Я был маленьким мальчиком, смотрел его в Саратове и очень сильно болел. Я-то начинал только, приехал впервые в Москву играть за Дюшор ЦСКА. И это для меня стало кумиром Виктора Хряпа. Бросок. Потому что люблю забивать. Наверное, 28 в Дюшоре я забивал, в молодежке 23, в Суперлиге 17, а в основной команде еще не забивал. Я равнялся из основного ЦСКА почти всегда на Виктора Хряпа, потому что он играл в Автодоре в Саратовском. Будучи в Саратове, я всегда слышал разные легенды, истории про него. Мне очень нравится психология, стараюсь изучать ее, читать. Не всегда получается, но в последнее время ситуация меняется, и получается что-то узнавать новое, что-то подчерпывать. В основном баскетбол. Помимо баскетбола, шоу «Что было дальше», какие-нибудь познавательные каналы. Но в основном баскетбол. Различные переводы, матчи. Готовить я не очень умею. Кушать, да я достаточно всеяден. Поэтому мне многие блюда нравятся. Какого-то особенного не могу выделить.